Поддерживая семейные традиции, в Калинковичском РУВД совместили приятное с полезным. Сотрудников всех служб вместе с самыми близкими, женами, мужьями и детьми пригласили на большой спортивный праздник. Мероприятие организовали на открытом воздухе, подобрав программу, подходящую под зимнюю погоду. Сегодня мы уже традиционно, да, собрали наш личный состав, наши семьи, ну, с одной только целью – побыть всем вместе в неформальной обстановке. Возможно, даже так рассудить, что в напряженные будни не получается отдохнуть, поэтому сегодня замечательная возможность. Погода нам сегодня позволила это сделать, поэтому максимально получить удовольствие, получить улыбки наших детей в первую очередь. Ну и самое главное, это сплочение нашего коллектива. Я думаю, вы сегодня обратили внимание, с каким азартом все участвовали в эстафетах, мероприятиях. Поэтому по возможности, конечно же, будем их организовывать и в дальнейшем. Служебный транспорт в этот день милиционеры сменили на беговые лыжи. В эстафетной гонке все по правилам больших спортивных состязаний. Флажок на старте, максимальная концентрация. Концентрация на лыжне, яркие эмоции на финише. И хотя главная цель участников – хорошо провести время, желание победить никто не отменял. И здесь, конечно, фора была у тех, кто в свободное от службы время проводит на спортплощадках. Я в основном занимаюсь по выходным в лесу классическим коньком, ходом. Я начал заниматься буквально вот год назад, в этом году принимал участие в соревнованиях. На эстафету вышел для морального удовлетворения своего, чтобы получить удовольствие, отдохнуть. И победа – это не всегда главное. Главное – получить удовольствие от любого занятия. Общение на свежем воздухе, занятия спортом – это всегда позитивно. Всегда дает какое-то душевное и физическое удовольствие доставляет. Поэтому по мере возможности принимаем участие в таких мероприятиях. Максимальное внимание организаторы праздника уделили семейной эстафете и развлечениям для детей. Сначала конкурсы, где участвовать нужно было всем составом – мама, папа и дети. Затем индивидуальные состязания для взрослых и подрастающего поколения. Молодцы, давайте! Данный праздник у нас уже не первый, у нас проводятся они в РУВД на постоянной основе, постоянно принимаем участие всей семьей. Эмоции только положительные, очень классно, время провести с семьей, семья сплачивается. И забываешь про свою рутинную работу. Всегда ценно проводить время с семьей, и хорошо, что от работы организовывают такие мероприятия, когда с семьей проводишь не только в будние дни, а еще на выходные выезжаешь. И мы, да, достаточно часто на таких мероприятиях. Проигравших на этом спортивном празднике не было. Памятные подарки и медали получили все без исключения. Как говорят, на мероприятиях с участием детей сегодня победила дружба. В Калинковичском РУВД душевная атмосфера и дружеские отношения в коллективе побеждают и объединяют. Екатерина Юрченко, Ян Михалиня, телеканал «Мозырь».